Всем привет! Вот делаю тут изделия деревянные. Видите, вот кусками вырывает. Как бы немножко широковато. Понятно, что оборотов маловато. Ну еще и к тому же ножи тупые. Страшно тупые. Думал, прокатит очередной раз. Не прокатывает. Надо наточить. Пока еще не знаю, как буду точить, потому что раньше отдавал. Сейчас, во-первых, и бегать неохота. И не знаю даже, куда нести. Опа! Таким вот способом я сейчас ослаблю этот нож. То есть я эти болты вкручиваю вовнутрь. И вот этот распорный клин, или как его называют, не знаю, который держит нож, он должен освободиться. Вот два болтика я уже освободил. Теперь освобождаю третий. По идее, ножичек, который мне точить, вот этот, должен был бы уже и вылезти. Но он что-то не спешит. О, двинулся с места. Сейчас мы его подковырнем. Что, закрутить болты, чтобы освободить как можно лучше этот ножик. Вот он и второй ножик. По высоте они, я смотрю, разные. Этот пошире, этот поуже. Но это ничего страшного. Самое главное, чтобы вот эта часть, режущая кромка, была абсолютно ровной. Я потом по ней выставлю. Сейчас будем что-то думать. Стояли в моем станке несколько лет, я их не вытаскивал. Может, 3 года. Это они такой неприглядный вид имеют. Здесь вот ржавчина, здесь ржавчина. Вот. У меня что-то есть желание сначала их шлифануть наждаком, наждачкой, а потом уже и приступить к точению. Еще раз повторюсь, наточить нужно быстро. Потому что нету времени приспособы делать. Поэтому у меня есть вот такая шлифмашина, которая как гриндер, да, или как правильно. И для что постараюсь? Я сейчас постараюсь вот эти вот места пройти, уже часть прошел, здесь пройти. И под углом вот так вот поставить. Вот так вот. Вот. То есть вот этот угол вы соблюсти. Да, конечно, рука будет маленько болтаться, критики предвижу кучу. Но мне надо быстро, ребята. Не ругайтесь на меня сильно. Вот я уже тут начал маленько точить. Вот такая кнопочка есть, которую я могу кнопку запуска нажать, а этой придавить. И она у меня постоянно работает. Ну вот у меня примерно что получается. Вот. Прострогать пару досок мне хватит, а потом надо что-то делать. Опять же, еще раз говорю, делаю для того, вот это вот я считаю, наточил уже. Вот более-менее наточил. А вот это еще повыравниваю. Понимаю, что точить неправильно так. Я, скорее всего, закруглю вот это место. Но мне сейчас вот на данный момент главное, чтобы кромка была острая и прострогать 3 доски. Обещаю, что в следующем подобном видео обязательно сделаю приспособу, которая точно все это будет делать. Мало-мало наточил я ножи. Думаю, пройти мне хватит. Сейчас эти клинья пытаюсь здесь вытащить, не получается, потому что все получится.
Вот я вытащил клин. Сейчас, наверное, его тоже маленько сошлифую, чтобы ржавчину убрать. И здесь продую. И буду вставлять. Ну, вот эти две главные плоскости. Вот эта плоскость будет лежать здесь у нас на валу. А вот эта плоскость будет к валу прижимать ножик. Я их маленько шлифанул, чтобы они более-менее были, ну как, совпадали, так сказать. Валу тоже заржавевшая, поэтому я его пошабрю, так сказать. Такой у меня шабер из напильника придумал. Мало-мало отчислил. Долго чистить нету времени. Так, вставляем наш клин. Болтики зажимающие я смазал. Устанавливаем на место. Затягиваем клин, чтобы во время того, как крутится с большими оборотами, этот нож удерживался клином. Еще раз проверяем. Отлично, отлично, отлично. Приступаем ко второму ножу. До того, как я наточил пилу. Видите, вот эти выщербины. Здесь. Сейчас попробую пройти вновь наточенными ножами. Два ножа у меня на этой циркулярке. Поверхность, видите, не супер, конечно, но более-менее.